Ты бы там остался с фоткой, да? В одно! Он уже его подталкивал, ручку. Конечно, толкнул. Первый, первый! Обработал тебя. Видишь, 11-го поставил в защите играть. А он играл в нападении в Салазгриве. Центр и нападение. И опять толчок под легкий такой под спинку. Первый выходит на мяч. Первый, Артём, твой! Спрашивал про Псков, 11 на 11. Да. Забудь этот футбол 8 на 8, завтра заканчивается. Да, да, да. Сейчас же ногу сыграл-то, ну. Листовки зачем дам? Что-то медленно какой-то, да? Не-не-не, все встанет он, все нормально. Ну, в ногу же сыграл, видно было прямо. Ты уж свистни просто хотя бы. Ну да. Ай-яй-яй. А, еще и туда мяч, вообще прекрасно. Чудесно. Ну да, он же не дал. Эвалд! Эвалд! Айзек, он поиздан. Тоже спешат, все спешат. Шире! Артем, шире! А? Ну этот дотронулся. Нет, Егоров вот, чистейший. Я так видел. Сам Оксан, вы смотрят, типа, а? Я Эвалд. О, давай, ну, давай, Оксан, вытягивай. Ну туда сразу! Давай, сразу! Давай. Не надо, Ильичка, туда бежать, не надо! Это было раньше. Слушаем. Давай, давай, Горыныч! Ну да. Ничего хорошего ты не видишь. Супер-дама!
Копенгаген? Да. Боятся получить ключом, да? Да, похоже. Да, я открою. Есть ключ от машины или зажигалка, кто курящий? Кто вообще зажигалка? Это вообще жестко. Что делать? Не делайте, не делайте. Глаза бегают. Хитрые, хитрые бегают. Первый! Маски-то хитрые, да? Ну, бляха, ну. Ну, не было там. Не было? Такое. Да, мяч у него раз. Ну, сыграл в игрока. Он сзади играл. Конечно, он же не был. Не так же валяться. А, ну, ну это да. Ну, вкус валяться. Встал, не играешь дальше. Отдай. Я не видел, но все равно. Сзади за толчок, сбоку это игра корпуса. Артем, забери! А вот здесь а есть. А сейчас листок, да? Манюга, давай! Да, ну зачем? Не понимаю этого круга. Артем показывал рукой ему куда. Слава, спасибо тебе. Давай, Риченька, давай! Давай, успевай! Чеши, чеши! Нет, задел, да. Извини. Ну, завалил. Там фол. Ну, фол был, ну. Молодец, что извинился. Которые следят за, как судьи делают, перемещаются. Успокойся, потому что сейчас они нас пришли еще успокаивать. Мы к ним не ходим, они сами не ходят. Куда ты? Ну к мячу, не жди ты мяча его. Стоит и смотрит. Молодец, Григорий, давай, зацепись, зацепись. Артём! Давай! Это обработка наша, это сумасшедшая наша обработка. Рука была. Правильно выдавал? Хорошо, в открытую зону давал. Да. Не побежал. Опять не поняли друг друга. Ну потому что это центральное, мы еще будем мы собрать. Не надо вдвоем. Там группа не должна быть, реально. Ау! Давай, не пас нормальный надо дать. Да забудь. Суперновый нормальный пас, это слишком. Вон один стоит. Ой. Ушел мимо, зачем? А фиг его знает, он чуть-чуть потерял там место. Точка бы какая-нибудь. Да, и славу все бросают.
4 минуты. 43? 4. Смотри на Василичку. Даю знакомые руки. Вы нас! Да, да, дожать его, не дожимай! Дожимай! Зачем вдвоем уже? Зачем эти пятятся двое? Руна! Запас отдай нормальный! Хотя бы, да, какие усилия. Эти встают, они же не смогут терпеть. Да не пятьтесь, вы не дайте ему сыграть просто. Забейте. Края, Егор. Ну не беги, видно. Вот сейчас их разберите. Что вы ходите, дьявол? Как плен. Разберите сейчас их, не дайте. Игроков! Возьмите! Ходят как... Не говори. Давай, 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 давай. Вот, еще. Давай, Брунча! Все, что надо. Заставлять их ошибаться. Ошибаться. Додавливать. Игрока выдавливают. Они отходят, они спокойно пасуются. Зачем головой? Куда? Кому? Просто скидывал он, потому что ему забегает. А что он сделал? Ногой надо было обратно закидывать. Игроки все встали. Он спиной был, он не видел. Да. И ты еще ему крикнули, что беги. Так бы он еще стоял на угловом до сих пор. Мечтал. Вот я и говорю, это Игорюхина последняя съема, когда... Савусос? Я вообще бы радовался твоему месту. Да, только что отболел. Ну, каждый под команду! Пожалуйста, пройди передачу. Ну, что же делать? Не ушел. Зачем спешил? Почему опять спешил? Ну зачем? Почему не дал Бруно? Да не надо, ему еще надо было перерезать и идти бить.
забили. Что оставалось? Здесь паника. Либо делаю, либо нет. Райкинес теряет позицию. Ну а что вы на них ходите и смотрите? С центральной зоны что ты хочешь? Ему нету времени сейчас принять решение. Здесь сейчас паника, его надо делать вынос. Зачем касание? Ну зачем касание опять? Уже за горло хватал. И опять касание. Ну один, ну останови, ну подумайте вы сегодня головой своей. Давай, вот туда, да. Надо бежать в свободную зону, туда и кинуть. Мы стоим и ждем. Ну вот он прилетел. Все. Все, что мог, все сделал. Ну а что ты вокруг него ходишь? Было. Грамотно подставился. Грамотно подставился. Ёлка еще получил. Вот здесь он отработал. А уже видно по этому, по количеству фолов. Что сделал? Бруно, иди край, и будет твой. Давай.
же а фаулом залепаю. Я? Ну, да как, да? Кто стоит по штурману? Кто стоит по штурману? Стопе! 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 Ну, Бруно, на мяч обнять его. Давай, еще. А здесь-то что было? Простили. Никс вытащил. Два раза уже простили, конкретно. Они лучше делают, чем... Чем мы можем изобразить? Сейчас будет гол. Опа. Будет гол. Давай, Егорич, стандарт свой. Давай. Но как подал, как подал! Ну, позицию-то проиграли, мяч остался, позицию проиграли. По центру бы играли. Пробивали. О, штрафной оттуда? Вообще, фигурально. Мало вставляли. Bruno, es muy bueno. Я только сказал, меня на место Глеба Дудкевича и свежего Ричку на место Красного слышал. Грубо услышал. Услышал! Пошли, 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 Егор! Вынесем. Все через вынес. Я говорю, с хорошим командой мне очень тяжело забивать. Очень тяжело. Мы ничего не можем. Даже бьем тяжело. Потому что у нас индивидуально. Мы не будем через пасную больную скататься. Может, хоть до завтра сидеть в обороне, только будет.
8 минут осталось. Зачем? Ну, зачем там это было делать? Бруно, вы под цветопанием! Райт, а что не под цветово? Побежала Бруно стоит. Поставить на команду! Коснувшись Сузару! Сотернова! У Никола больше работы. Ни одного удара, поворот не было. Сейчас будет гол. Давай, Бруно. Давай, Родин. Какой аут, вон он где взял, далеко. Аут за линии, за ворота. Не, не бей. Что линии, правильно, Саня? За линии 100%. Ты же пишешь. За той линии. Нет. За ту еще не дошло. Не вышел он туда. Он не вышел в угловой. Успокойся, он взял за линии здесь. Ну почему вы не сыграли? Вот почему надо дать ему принять? И потом думать. Сотернова!
сейчас Б. Егора пошли. Минуту. Купец. Одна, Олег, одна минута осталась. Sekundes palika, šties un sars skatās uz pulksteni. Vistulim beigsies. Jā. Viss vilkā mūtās. Kaut izmetīs, jāšūk viņam ir.